год наступило утро в Жульяне. Сейчас 8 часов утра. Пойду заряжать аккумуляторы от коптера. Кошки уже накормлены, собаки погулены. Пойду теперь сам кушать. Я только умылся и все, сходил в туалет. Вот. Пойду искать розетки. Кемпер приехал. Еще кемпер приехал. Наши уже не спят. Правильно. Доброе утро. Что частоту наводите? Что ты решил? Поснимать доброе утро сегодня? Да, типа. С утра мы едим кашу. Как она называется? Пшеную кашу. С маслом. Приготовленную в мультиварке. Ой, в скороварке. На, Лунчик, кушай. Кушай. Кушай кашу. Вкусную. С сахаром. Полезная. Она очень приятная. Да, собаки вот жрут масло без зазрения совести. Ну, Саня, нормально. На, Оль, никто не хочет твою кашу есть. Взял быстро тарелку. Давай, делай вид, что тебе вкусно. Давай. Бери и делай вид. Снимать, когда мы ели, нам было очень вкусно. Давай, давай, кушай, делай вид, что вкусно. Ай, как, давай ложку бери. Я знаю, что это. Давай, бери ложку и так делай вид, что вкусно. А я потом камеру выключу и все. Давай. Ай, каша вкусная. Поток говна туда попадает. Это каша. Давай, Катя. Каша съела, знаешь, сколько? Каша съела. Больше, чем я. Каша съела. Да, Катя каша съела. Она теперь научена. Если с утра кашу не поест, то будет целый день выходной. Ты готовишь? Давай, ложку зачерпывай. Ну а ты еще ни разу ни одной ложки не съел. Давай. Давай, хлебани с улыбкой. Там это. И ты еще с речевкой. Мы, мальчиши, с утра едим кашу. Ты не пионер. Стопудово. Ты посмотришь, когда так едят, так хочется на голову перевернуть. Ты уже одной перевернула. Меня вот раздражает, когда Катя тоже начинает вот это. Как бы одела на башку. Да ладно, я это на твоем канале выставлю. Как ты ешь кашу. Волоса даже хочет кашу. И подпишу: Алан ест кашу. Шок. Ну, эпик. Катя уже даже тарелки помыла. Видишь, сколько хорошо Катя смыла? Ела? Посмотри, вон сколько Катя поела. Да, сейчас там пол этого шампуня назад приперла. Все хорошо помыла, да, точно. Несколько раз споласкивала. Несколько раз споласкивала. Три раза надо холодной водой. Хотите узнать, кто издает такой звук? Сейчас я вам покажу. Вот кто издает звук. Вот одна сидит, вот вторая, вот она третья, вон там на дереве повыше еще одна сидит, о, улетела. Ночью они вылупляются, оставляют вот такие вот шкурки после себя, куколки. Вот такие вот прикольные мухи. Сегодня у нас чистый день рыбалки. О том, что наловим, все покажем и съедим. Смотрите, какой пейзаж. Два облачка над горами, прям как картина Репина, приплыли. Дай я помахаю. Дай я помахаю. Привет! Потом помахаю. Я уже помахаю. Эти всплыли, медвежата. Лена взяла удочку в свои руки. Да, поймала сразу две рыбы.
и поймала сразу две рыбы. Решила сама половить, потому что я ловлю неправильно. Она говорит, я смотрела телеканал этот, «Рыбалка и охота», а я неправильно рыбу ловлю. Надо правильно ловить. Сразу взяла в руки и все поймала. Да. Когда, давай. Наудили сегодня 5 рыб. 1, 2, 3, 4, 5, 6 рыб наудили. Рыбки почти все разные. 3 одинаковые, правда. Одна синяя вообще. Ой. Синяя рыба. Вот такая. Один какой-то как бычок. Живой, полосатая рыба, и вот такая еще с красными перышками. Вот. Вот такой у нас улов сегодня. А если он укусит? А сейчас хотят, Лена! Поставили ловушку, где-то час она простояла с булкой, поймалась рыбка. Угорь. Золотая. Угорь называется. Да, он. Никто не. Все боятся руками трогать. Ладно, руками, а кто-то боялся сетку вытаскивать. Он как дракон. Ноздри, смотри, какие. А он поближе. Нам отрыгнул целую креветку. Которую только что съел. Нет. Куда кто будет его? Доставать его? Мы давай сейчас пока его донесем до дома, он, наверное, помрет. Смотри на Саньку. Да, самое главное, рыбачка. Замерзла. Санечка, рыбачка. Замерзла. Да. Волны сегодня поднялись очень сильные. Что-то с чем-то. Таких волн здесь никогда не видел. Обычно здесь волн никогда не было, я не видел в этой бухте. А сегодня что-то здесь ветра нету, а волны очень сильные. Воды очень много пришло, большой прилив. Сегодня вот те камни торчали из воды, а сейчас они уже почти на метр под водой. Как вы это чудовище будете брать? Как мы его будем есть? Когда мы будем это чудовище? Да я не знаю, можно ли его есть? Ну, можно. Мы этого, где он, папе показал? Копченого ела. Знаешь, какая вкуснятина? Ой, какая фигня. Змей Горыныч, блин. Thank you.
Секундное дело. Солнышко за гору. А представляешь, в этом Борибище еще солнце, да, там, или там тоже зайцы? Там за гору. О, все. Все, ушло. Ну, завтра мы тебя ждем. Там еще горы освещаются солнцем. Ладно, пойдем. Спускайся. Аланчик!